Дорогой Лёша, дорогая Джулия, дорогие Даша и Захар, я обращаюсь ко всем вам сейчас, потому что вы все теперь вчетвером, как минимум, оказались в центре того ужасного цирка, который мы смотрим со стороны, на который мы смотрим. Вы, к сожалению, в самой его гуще. Я вам очень сочувствую. И не только я. И я желаю вам сил. Мы все увидели, что по счастливейшей случайности Лёша остался в живых. Это очень важно. Это очень правильно, это вселяет очень много надежды. Когда не стало Боря Немцова, казалось, что что-то должно измениться, что-то изменится, но его не стало, и не стало его борьбы, не стало его включения в эту ситуацию. Поэтому, Лёш, пока ты жив, пока с тобой рядом твои близкие, пока мы с тобой рядом, я очень надеюсь на то, что ты будешь продолжать то дело, которое ты делаешь, ту борьбу, которую ты ведешь. И со своей стороны я обещаю тебе, что все мои силы и вся моя уверенность в твоей правоте будут с тобой. И очень много сил я желаю всем тем, кто рядом с тобой, твоим близким. А значит, нам всем нужно много-много сил, потому что это долгая история. Но мы обязательно победим.